Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Так, открыть колоду. Естественно, бесплатно. Так, нам здесь ничего не достается. Дальше. Дальше мы пройдем серию испытаний. Мы ее практически скоро закончим. Так, я возьму Макмана. Тихо, Донни. Возьму Кожеголового. Да что ты лезешь, Крэнк? Супер Шреддера плюс Усаги. И закрепим это все Ванькой-стиранка. Ага, Зэк. Зэк, ну давай, на тебе. Молодец, Усаги, сразу его наказал. Такс. Ага. Удар хвостом. Топотун. Раздавил сразу же. Так правильно, нечего на них любоваться. Так, мне бы массовую атаку. Ваня, давай, родной, шпарь. О, хорошо. Хорошо прижучил. Так, наверное, все-таки крысиного короля вольну. После идет паукус. И остается у нас тигриный коготь. Ничего себе ты, парень, раздухарился. Он на Усаге еще и постепенно урон повесил, а? Ты глянь на этого буржуя. Ну что, прекрасно все получилось, ребята. Забираем награды за проходящее задание. Так, и дальше у нас, как обычно, идут поиски. Как обычно идут поиски, и это будет у нас пиццелицей. Уровень я ему поднять не могу, но зато могу найти... Так, 4 геймпада. Угу. Который, как всегда, ты фиг найдешь. Раз, один есть. Один мы все-таки нашли, надыбали. Второй. Так, два геймпада — это уже радость. Три — это уже счастье. И четвертый — это просто блаженство, ребят. 10 ящиков с инструментами, поехали. Ну, с ящиками обычно проблем-то никаких нету. Вот. Каждый ход по ящику. Так, это уже 4. 5 ящиков нашли. И все, да? А, нет, вот 6. 7. Все, ребят, пицца кончилась. 7 ящиков только успели найти. Ну что же, поднять уровень персонажа пока я не смогу этого сделать. Оу. Так, ну что, ребят, в любом случае нам понадобится... Давай-ка, наверное, так вот сделаю. В любом случае нам понадобятся вот эти телепорты. События я это ставлю на автобой. Естественно, быстренько сейчас пробежимся. 4 битвы, не так уж это и долго ждать, в принципе. Но зато немножко телепортов мы заработаем. Ну и после уже можно будет... Можно будет уже, в принципе, бежать на арену. Вчера мы дошли до лиги... Сёгунов. По-моему, 2 звезды, да, если я не ошибаюсь. Сегодня, наверное, нас скинули до 1 звездочки. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, мы все равно сейчас вырвемся вперед. Я на это надеюсь. Вот. Так, еще 4. Сейчас мы получим, если мне память не изменяет, еще 6 этих телепортов. И в конце нам будет доступно уже 8. Давай-давай, автобой. Угу. Кролики не задумываются, как бомбить, сразу начинают с ульты. А вот это вот я не понимаю, зачем делать Шреддер. Это мне, по мне так это глупо. Это ни для чего, скажем так. Ну, опять лучом бомбят, ладно. Каранты, кожеголовый, железноголовый. Все, мы его утрамбовали. Нет, нам дали 5, 6. Да, всего он по одному будет прибавляться. Я что-то на 2 умножать стал. С горячухи, конечно. Ну, это бы мне так хотелось. Ну что, погнали. Так, маузеры. Ну, как всегда, маузеры начинают почему-то с ульты у нас. Я ничего плохого в этом не вижу.
Оу, Крэнк. Ну, Крэнк добьет, понятное дело. Лучом таким бомбануть, конечно, добьет. В принципе, и все. Так, сейчас мы идем на арену, ребят. Да, все здесь нашли. Смотри-ка, меня не скинули, друзья. Мы как были в Лиге Сёгунов, две звездочки так и остались. Может быть, мы были в трех звездочках, я уже просто, честно говоря, не помню. Раз, два, три, четыре. Давай-ка мы сделаем с помощью нашего какого-нибудь крутого персонажа. Ну, я не скажу, что это, конечно, очень крутой, но, тем не менее, он может дать неплохих звездюлей. Я именно про Рафаэля ролевого. Да нет, он очень даже хорош. Причем он два раза ходит, прикинь, он первую сделал атаку и сразу же на вторую накопил. То есть у него инициатива просто зашкаливает, ребят. А у нас 45-я позиция, и мы продолжаем двигаться вперед. И я вот смотрю, может быть, нам подкинут все-таки 16-21, нет? Есть. Я возьму тогда здесь маузеров. Раз, два, три. Хотя, ты знаешь, маузеры — это слишком жирно для них. Я возьму кого-нибудь попроще. Ну, например, Ваню. Маузер у нас топовый боец, поэтому его оставим, так сказать, на сладенькое. А вот здесь и этого достаточно, да? Вполне. Ну, как ты видишь, без проблем. Мы тут разобрали их и, соответственно, продолжаем проходить. Так, до Лиги Сёгунов три звезды не так уж, конечно, и много остается. Нет, давай ко мне 16-21. Но ведь было же. И вот начинают опять они вот это вот, ребят, мудрить супостатку. Типа, мы тебе не дадим. Будешь ковыряться в низинах там. Нет, в низинах ковыряться никто не будет. Будем с тобой по-жесткому выбивать, как говорится, нужные нам кубки. Так, поехал. Поехал, Крэнк. Сразу вали их, пожалуйста. За ихнюю дерзость и наглость. Вот так вот. Так будет с каждым. Погнали. Блин, я до Лиги Мастеров-то сегодня доберусь хотя бы, а? Просто такое ощущение складывается, что я не смогу, не успею. И лишь потому, что очень медленно у нас идет продвижение. Кубки вроде все норма, а вот не получается у нас набрать достаточное количество. Кожеголовый просто без базара. Тюш, своим этим. Покатился кубарем, короче, и всех забомбил. Так, ну что, третья позиция. Так, я возьму здесь, наверное, Лео. Его здесь будет более чем достаточно. Погнали. Ага. Ну давай, Лео, жги. Жги, рви. Оу. Да ладно. Молодец, Кирбис. Кирбис. Сразу почему-то мне вспомнился Ирбис. Ну, в Лигу Сёгунов три звезды мы вернулись. Но мне бы хотелось, конечно, попасть в Лигу Мастеров. Да и желательно бы две звезды. Фига себе, губешки, да? Откатал. Две звезды, ты хотя бы до одной звезды дойди, Рэй. Нифига ты разогнался, парнишка. Давай лупить. Шикарно. Армагон нас очень-очень-очень-очень редко подводит, ребят. В основном у него все отлично получается. Как, в принципе, и у Крэнга. 75-е место здесь. А не пора ли мне уже давать 16-22? Не? Дают. Я возьму, наверное, здесь Супер Шреддера. Рискованно, конечно, если честно. Если Супер Шреддер сейчас не... Так, у них какой, 67 уровень? Если Супер Шреддер сейчас не наложит на них на всех постепенку, будет беда. Угу. Вот этого супостата надо бомбить. А Бакстер упадет сам. А если так?
Ай-яй-яй-яй-яй. А, он хиляется. Ну, хиляется, ладно, фиг с ним. Тю-тю-тю-тю. Добивай его. Он весь твой. Ну и прекрасно. Так, смотрим, куда мы перемещаемся. 61 место. 16-22. Спасибо большое. Берем маузеров. Раз, два, три, четыре. Подожди, а у нас помимо маузеров, дай-ка я... Вот. Конечно, Бакстера. Бакстера Стокмана должно хватить здесь за глаза. Он сейчас смертельную волну повесит. И я надеюсь, отлично у нас работает. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, он еще и ульту делает. Вот это бобо сейчас будет. Это очень неприятно. Хильнемся, наверное, лучше, да? Отхил так себе. Ну, пробить-то пробьем или нет сегодня? Ёк-макарёк. Есть. Успели добить. А так бы, ребят, полетели бы клочки по закоулочкам. Серьезно тебе говорю. 48-я позиция. И мы продолжаем. Дайте-ка мне, пожалуйста. Ай, 16-22 пропустил. Ну, есть. Макмана взять. Взять Макмана и Донателло. Раз, два, три. Я не помню, но, по-моему, Донателло будет ходить первым или Макман. У кого там инициатива у них? Макман все-таки первым ходит, ладно. Донни, ты будешь теперь? Да, он должен добить. Он добивает. Он всех добил, и мы вперед, как говорится, из песни идем. Местечко у нас 34. Ну да, в Лигу мастеров мы сегодня попадем. Я возьму так, вот так, зэка, на всякий случай напрягу, и, наверное, вот таким вот образом. Ну, зэк, давай, ходи. А, майки все-таки. Все-таки Микеланджело, ребята, переплевывает зэка, оказывается, по инициативе. Вот что я тебе скажу. Значит, получается, что... А интересно, а кто у нас вот будет круче? Микеланджело или, например, Рафаэль Ролевой? Ну, естественно, если они оба будут прокачаны по максималке. Микеланджело у нас прокачаны по максималке. Вот Рафаэль. Хотелось бы мне их сравнить. Но там, в принципе, осталось не очень долго, ребят. Там еще пару уровней и все. И он будет прокачан тоже по фулочке у нас. Я имею в виду Рафаэль Ролевой. Тогда мы можем вместе сопоставить с обычным, с Майки, да? Ну и протестить. Так, здесь. Опа. Ну, маузеры, конечно, тут бесспорно сильные. Остается еще один поединок, судя по всему. Да, и мы забегаем. Забегаем в Лигу мастеров. Потом нам придется просто-напросто взять пару откатов. И все. Давай, Усаги, бомби. Как ты это можешь? Как ты это можешь? Как ты это хочешь? Солина. Причем на троих постепенный урон висит. Ну им крышка-то здесь всем. Угу. Давай. Поехали. 92 место, Лига мастеров. Такс, дальше. Ну, давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. И теперь я, наверное, друзья, буду уже через откат играть. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, что Маузер справится с этими супостатами. Ничего там страшного не будет. Там у них уровень какой? 70-ника пока еще нету.
значит, можно расслабить булки, да и не напрягаться. Вот именно об этом я и говорил. Ну что ж, погнали. Погнали, наши вороных. 80-е место. 9 ступенек пролетели. Но это тоже немало на самом деле. Так, возьму, наверное, Армагона. Ага. Здесь уже, друзья мои, 71 уровень. Армагон один-то вряд ли справится. Ну, мы взяли здесь подстраховку. Так что можно особо не кипишевать. Удар Сифу по болевой точке указательным пальцем. 66-я позиция. Ну, великолепно. Так, 17-23 уже дают. Я беру Армагон опять же. Раз, два, три, четыре. Так, у них уже 70 уровень. Ну, у них был 71, сейчас что-то их понизили на один левел. Ну-ка, Армагон, 70-ников возьмешь? Да, он взял на себя. А вот 71 уровень почему-то, ребята, ему уже не удается добить полностью всех. Слушай, ну смотри, мы почти дошли до Лиги Мастеров. Две звезды. Неплохой, я тебе скажу, это показатель. Так, секунду, секунду. Хотя, что я переживаю. Крысиный король есть? Есть. Армагон сейчас, надеюсь, хорошо им тут. Надо будет добивать. Вот это меня больше супостат раздражает. Это тот самый Лео. Вау. Так, Майки силу прокачивает. Давай попробуем, наверное, вот так все-таки сделать. Может, пробьем? О, да. Пробили. Я вначале думал, может быть, одиночная атака уничтожит Леонардо. Но потом подумал, уровень-то у нас практически одинаковый. И там только лишь оставалось их добить. Так, 17-23. Я возьму маузеров. Да, да, как всегда, ребята, у нас один боец будет не отыгран. Но это ничего страшного. Один это не пять. Давай паутинку. Все. Ну что, на арене мы закончили наши поединки. Мне интересно знать, сколько мы мутагена сейчас заработаем. Ну да, мутагена. 27 тысяч. Нам, к сожалению, не хватит на Рафаэля. Но нам хватит на Пиццелицева. Вот так вот. 67 уровень имеет Пиццелицей. Так, теперь нам надо что? Надо идти на испытание и фармить. Фармить жетоны, друзья. Но я вам скажу следующее. У нас не так много телепортов. Даже, скажем, у нас очень мало телепортов. Так, вот сколько это будет? Наверное, около 500 мы сможем с тобой нафармить жетонов, да? А нужно там 710. На следующей серии мы приобретаем тогда, получается, еще 3 ДНК. И если нам хватит телепорта, ну, мы должны накопить там 1050, чтобы купить 200, сколько там штук, 280 или 260, 250 телепортов. Да тут даже не 500, тут, ребята, 600 все. Почти 600, нам не хватило немножко, да, 10 этих. Ну что, в принципе, ребят, пока все на сегодня. Давай вот это вот, наверное, разбомбим. Это нам ни к чему. Сюрикены нам ни к чему. Да, жалко, конечно, что... Ну, вот это вот, ну зачем нам вот это? Вот лучше бы что-нибудь вот из этого бы нам предложили бы, да? На обменку. Было бы куда лучше.
Да. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.